ОБС сдает ФТС, ОБС сдает ФТС, арестован бывший начальник Дальневосточной оперативной таможни. Газета «Коммерсант» номер 92, 30 мая 2019 года, строение 4. Вчера Басманный райсуд заключил под стражу бывшего замглавы Дальневосточного таможенного управления, ДВТУ, начальника Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина. Отличник таможенной службы обвиняется в получении взяток. О коррупционной схеме сотрудники Следственного комитета России СКР и Федеральной службы безопасности ФСБ могли узнать от самих таможенников и участников предполагаемого арк преступного сообщества во главе с известным приморским предпринимателем Родионом Тихоновым. При этом следует отметить, что сами обвиняемые по делу ОПС полностью возместили ущерб и сейчас находятся на свободе. Удовлетворив ходатайство главного следственного управления КСУ, СКР. Басманный райсуд до 27 июля отправил все забывшего полковника Федеральной таможенной службы, ФТС, Павла Фомина, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, Ч. 6 статья 290 УК. По версии следствия, в 2017 году господин Фомин получил в качестве взятки 75 тысяч долларов, а также трудоустроил своего знакомого в компанию взяткодателя во Владивостоке общая сумма незаконно полученного офицером вознаграждения, по посчетам КСУ, составила 6,4 миллиона рублей и выплачивалось оно за покровительство незаконному импорту товаров, а также сокрытие преступления и административных нарушений в сфере таможенного права. Из таможенных органов, в которых работал с 1996 года, господин Фомин уволился в прошлом году после начала масштабного расследования в Дальневосточной таможне. Тогда были задержаны первый замначальника ДВТУ генерал-майор Сергей Федоров и замначальника таможенного поста морской порт Владивосток Евгения Романченко. Им инкриминировали получение 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов от Родиона Тихонова, владеющего ЗАО «Дальзавод Терминал», специализирующимся на обработке контейнерных грузов, поступающих из-за границы. Самого предпринимателя и его компаньонов следствие обвинило в организации преступного сообщества и участии в нем. Ч. 1 и Ч. 2 статья 210 УК, а также в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организацией физических лиц. Статья 194 УК. Почему был задержан первый замначальника Дальневосточной таможни Сергей Федоров? О фактах коррупции в ДВТУ сотрудники СОСКР и ФСБ узнали от некоторых участников самого преступного сообщества, решивших сотрудничать со следствием. Впоследствии, очевидно, их подтвердил господин Романченко, которого из СИЗа перевели под домашний арест. При этом, как отметил адвокат генерала Федорова, не признающего свою вину, в изначальных материалах расследования полковник Фамин не упоминался, но потом все могло измениться. Защитник самого Павла Фомина на все вопросы Твердый знак ответил без комментариев. В свою очередь, адвокаты обвиняемых по делу ОПС рассказали твердый знак, что Мосгорсуд отказал с УСКР в продлении им арестов на срок свыше одного года. При этом суд посчитал, что в рассматриваемых материалах признаки преступного сообщества не просматриваются, а под следствием за уклонение от таможенных платежей обвиняемые могут находиться в СИЗО не больше года, отметил он. Учитывая, что господин Тихонов возместил ущерб по делу, его и остальных фигурантов освободили под подписки о невыезде и надлежащем поведении. При этом само уголовное дело не прекращено, а продолжает расследоваться, хотя, как полагают представители обвиняемых, судебной перспективы у него нет. По версии КСУСКР, Родион Тихонов создал преступное сообщество для того, чтобы незаконно с на таможенных платежах под видом дешевых стройматериалов возить в Россию дорогостоящие меховые изделия. В свою очередь, таможенники якобы крышевали этот бизнес за многомиллионные взятки. Алексей Соковнин, Николай Сергеев.